Путешествие по Лазурному берегу нельзя не отметить очень тихий приграничный городок. Ментон – самый западный курорт Лазурного берега. Лето здесь 316 дней в году. Расположен на границе с Италией, между княжеством Монако и побережьем Италии. Он почему-то очень нравится нашим соотечественникам. Этот курорт называется столицей лимонов и жемчужиной Франции. Ментон считается популярным зимним курортом. Сюда приезжают богатые англичане и русские. Говорят, именно Ментон навеял писателю Александру Грину идею написания его о соли. В 1892 году в Ментоне по инициативе великой княжны Анастасии, внучки Николая I, была построена русская православная церковь Святой Девы и Святого Николая Чудотворца. Исторические достопримечательности города расположены в старой его части. Здесь возвышается барочная церковь Сен-Мишель, внутренний дворик, который вымощен красивой мозаикой из серой и белой гальки, которая изображает герб семьи Гримальди.